Мы на российско-итальянском форуме в Милане разговаривали с Дмитрием Шароновым, вице-премьер правительства Башкортостана. Расскажите, пожалуйста, о российско-итальянских отношениях. Сегодня мы здесь представляем Республику Башкортостан. Для нас очень важно объединить наши усилия региона Ломбардии и Республики Башкортостан для создания более конкурентоспособных компаний на основе имеющихся компетенций как у республики, так и у региона Ломбардии. Для нас очень важно, чтобы мы смогли найти взаимный интерес, усилить друг друга для развития появления новых предприятий, для создания новой продукции. Конечно, очень важно в данном случае сочетание наших интересов по созданию новых продуктов, у нас это называется импортозамещение, и продвижение и расширение работы предприятий в регионе Ломбардии через продвижение своих технологий, через организацию своих предприятий на территории Республики Башкортостан, где есть свободные площадки, свободные мощности, инфраструктура. Вот. И, конечно, с целью не только насыщения потребительского рынка Республики Башкортостан, но и в целом Российской Федерации, а также выхода, совместного выхода на внешние рынки, в том числе, мы проговорили, очень интересные рынки для нас совместные, это рынки арабских стран. Это случайно оказалось, что регион Ломбардия, вы первые, так сказать, контакты и контракты с регионом Ломбардии, или это получилось исторически, это, или это с чем-то связано? И собираетесь вы с другими территориями Италии? Безусловно, конечно, есть элементы случайности, но, в принципе, на протяжении последних 3 лет у нас идет диалог совместный, поэтому я считаю, конечно, что это полномерная работа, это не случайная работа. Ну и, безусловно, надо отдавать должное тому, что для нас этот регион очень интересен, очень важен, потому что он действительно очень сильный регион, продвинутый регион. В общем, как и Республика Башкортостан, Российская Федерация занимает лидирующие позиции по многим направлениям. Поэтому в данном случае, конечно, нам интересен этот регион. Хотя, конечно, мы готовы работать с любым регионом в Италии. Вы уже столкнулись, вы общаетесь с итальянцами. Что вы можете сказать? Они похожи по менталитету, либо наоборот, очень трудно вести переговоры? Как вы их оцениваете? Да, безусловно, конечно, мы близки по духу, близки по менталитету. Можно сказать, что исторически уже итальянцы строили на территории и Российской Федерации, в том числе и Республики Башкортостан, производственные мощности. Так вот, в республике был построен нефтехимический комплекс в 60-х годах с помощью Италии. Поэтому, конечно, исторические промышленные контакты у нас и давнишние, устоявшиеся. Ну и по менталитету, конечно, мне кажется, что россияне и итальянцы очень близки. Поэтому нам очень легко общаться и работать с итальянцами. Спасибо вам, Дмитрий, и успехов и Башкортостану, и итальяно-российским отношениям.